В нашем городе прошел традиционный отчетный вечер «Звездные танцы Вселенной», организованный областной балетной школой, в ходе которого выпускникам школы были вручены удостоверения, родителям же, проявившим активность, благодарственные письма. За 29 лет школа воспитала около 20 тысяч учеников. Сегодня исполняется 29 лет со дня основания балетной школы. Юные таланты выступали в Италии, Турции, Индии, Китае, России, Финляндии, Швейцарии, Испании и Франции. Школа создает условия для развития и формирования у детей высокого уровня профессионального мастерства и творческих установок. Это одна из образцовых школ в нашем регионе. Поздравляю всех с окончанием учебы и пожелаем успехов во всех делах и начинаниях. Пусть эстетическое образование, полученное в школе искусств, помогает развитию культуры в целом и по всей республике. Танец учит ребенка разбираться в тонкостях музыкального мира, прививая ему красоту и высокий вкус. Формирует характер. За эти годы из балетной школы выпустились около 20 тысяч учеников. Более 300 танцевальных видов были представлены зрителям. Я хочу раскрыть каждого ребенка, потому что каждый человек, каждый ребенок – это вселенная. Это красота, это звездочка, которая должна сиять, гореть и развиваться творчески. Мы можем порадовать, нам есть что показать нашему городу, нашим любимым зрителям, всем, кто любит балет. В прошлом году юные таланты организовали вечер под названием «Солнце Родины», а в этом году посвятили мероприятие теме «Звездные танцы Вселенной». По словам ребят, балет – это вид искусства, который считается символом красоты и привлекательности. Сегодняшний концерт для меня знатное событие. Придет моя бабушка. Я люблю выступать на сцене, потому что это так красиво, все это любуются, и мне очень нравится. Мне очень нравится заниматься балетом, это очень привлекательный вид спорта, и я считаю, что вот это вот все, это очень прекрасно. Школа развития балетного искусства в семье каждый год дарит жителям города праздник танца. Фестиваль всегда пользуется большой популярностью, а танцевальное сообщество разделяет зрительский энтузиазм. Талшын Шакыртхан, Аружан Таубекова, Нурлан Уразалин, телеканал «Семей».